Всем привет. Ну что, сегодня у нас видосик будет посвящен призывам костюмов и, собственно, маскарадам. Ну давайте пару ключей заработаем сейчас. Мне как раз не хватает три ключика для того, чтобы непосредственно призыв сделать. Даже два, наверное. Три это я уже загнал, а два это оптимально. Так, ну у нас тут короткие локации, все быстро. Я даже думаю, что куплю, а израсходую банку для интереса, для контента. И мы с вами дальше сейчас ворвемся на следующую, так скажем, сложность. Так, ну мы фиолетовых не взяли, а здесь преимущественно, видите, желтые персонажи. Вот, поэтому... Все, что с желтизной связано, все как бы имеет место быть. Вот такие кренделя. Желтый сейчас мы поднакатим, добьем его. Красными зарядились. И выходим на босса. Босса мы бьем вот таким вот образом. Раз, два, три. Ну и желтого мы добиваем. Добиваем его, мишку этого. Так, еще ключик. Ну, в принципе, видите, там можно еще 5 ключей, но мы не будем тратить. Почему? Потому что здесь событие идет, Шрайквуд, и мне хочется 20 потратить сюда, чтобы заработать эликсир, ну или тоник. Вот. Значит, перед тем, как мы будем призывать, ну, здесь у меня еще задание не выполнено, мы сюда вот сходим, и разгрузимся чуть-чуть, буквально, до двоечки. Давай. Во, двоечка есть. Один призыв амулетов. Героев. Воины-опустошители. Клево. Глянем их. Сейчас. Давайте их глянем. Вот они пришли. Что они из себя представляют? То есть они ускорение к мане. Будем их качать. То есть тут девятый у меня есть и выпали. На моносиний это очень надо. Потому что там есть пару средних персонажей. Ну и давайте пойдем посмотрим. Значит, Элканин и Азлар. В принципе, они оба нам нужны. Как будет, сейчас увидим. Поехали. Призывать будем не спеша. Во, дерзкий клык. А вдруг выпадет нам герой месяца? Возможно, он здесь 1,3%. Ну, поехали. Давайте. Раз выпал красный, значит, на красном и будем призывать. Смотрите-ка, вторая четверка Сабина. Интересненько, интересненько. Поехали дальше. Оп, Хокман. Ну, Хокман так себе. Тройка. Давай кого-нибудь, Лену какую-нибудь напоследок. Или Скарлетт. Давай. О, Гармек.
Ничего себе, смотрите, то есть у меня выпало из 4 призывов 3 четверки. Вы представляете? Вот это сып. Вот это я понимаю. И клык упал, наконец-то, костюм. То есть я его буду вкачивать. И Сабина выпала под костюмом. Смотрите-ка. Кайфово. Сабина под костюмом. Гармек. Всем врагам. 45% урона. Неплохой костюм. Ну, Хокман это так себе. То есть здесь средненький. Средненький такой персонаж. Ну что ж, вот такое вот небольшое видео, посвященное ключикам, призывам костюмов. На этом все. Всем спасибо за такой небольшой просмотр. Еще будет ролик, но уже завтра. Сегодня этот ролик ночной. Кто-то его посмотрит утром, кто-то его посмотрит сейчас ночью. Все. Всем пока-пока. И извиняюсь, что в предыдущем видео не записался звук. Пока.